И в завершение выпуска. На что способны современные папы? Находят ли они время для воспитания и развития своих малышей? И насколько им важна семья? Ответы на эти вопросы можно было получить, посетив шоу-программу «Мамины дочки», прошедшую во Дворце культуры «Мечта» в минувшие выходные. Свои навыки и чувства продемонстрировали молодые папы. И все ради того, чтобы доказать, что они самые лучшие. Культ «Работники мечты» всегда креативны в проведении мероприятий. Вот и в этот раз под женским названием «Мамины дочки» скрывался настоящий квест для отцов. Это и стало новизной и ключевым моментом мероприятий. Ведь конкурс в таком формате в Кунгуре проходит впервые. Четверо самых ответственных, заботливых и отзывчивых мужчин на сцене Дворца культуры отстаивали честь своей семьи и демонстрировали знания своей второй половины. Как называется уход за ногтями рук? Ногти, руки... Маникюринг, маникюр, педикюр. Маникюр. Это верный ответ, аплодисменты. Алексей Пономарев, Евгений Ваганов, Максим Гущин и Никита Триасцин. Вот имена пап, которые смело доказали, что могут не только в доме гвоздь забить, но и творчески подойти к воспитанию своих детей и не стесняясь выступать со сцены. В то время как их любимые мамы и дочки с волнениями и переживанием болеют за своих мужчин. Ведущий шоу Александр Котельников испытывал мужчин в самых разных номинациях. Это женские хитрости, женская мужская логика, мультминутка, взгляд снизу и домашнее задание. В конкурсных испытаниях, помимо смекалки, мужьям предстояло продемонстрировать взаимопонимание и свои чувства, признавшись своим вторым половинкам в любви прямо со сцены. Я тебя украл у родителей. Я тебя украл у подруг, чтоб уже ни с кем не делить тебя и не отпускать поутру. Я люблю тебя. Спасибо большое. Женщина – это тайна, разгадать которую не под силу даже самым великим умам. Так и наши мужчины, воспользовавшись моментом своего выступления со сцены Дворца культуры «Мечта», выразили своим любимым слова благодарности просто за то, что они есть. Ведь каждый из нас знает, что без женщины не было бы и жизни на земле. Стоит отметить, изюминкой этого конкурса стало и непредсказуемое решение судейской коллегии. Посоветовавшись, они решили не присуждать молодым папам места, а наградить мужчин, присвоив им номинации. Диплом вручается Пономареву Алексею за победу в праздничной шоу-программе «Мамины дочки» в номинации «Самый надежный». Кроме того, с женским составом жюри звание самого позитивного присвоили Никите Триасцину. Самым находчивым любителем мультфильмов стал Евгений Ваганов, а лучшим сочинителем стал Максим Гущин. Но самое важное – это то, что каждый из них всегда победитель для своих детей и жены.